В Ненецком округе дан старт году оленеводства. Большие надежды на возрождение региональных программ и новые проекты по развитию этой отрасли ждут все региональные оленеводческие хозяйства. Индексация социальных выплат. Отдельные категории граждан могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку из окружного бюджета. Два предприятия по сбору и переработке дикорастущих ягод и грибов планируют расширять производство. Готовую продукцию предприниматели планируют реализовать в округе и за его пределами. Здравствуйте! С обзором основных событий этого дня с вами в студии Илья Сахаров. Сегодня в заполярной столице торжественно открыли год оленеводства в Ненецком округе. В знаковом мероприятии приняли участие руководители оленеводческих хозяйств, ветераны этой отрасли, главы муниципалитетов и представители профильных органов власти. Напомним, в декабре прошлого года в соцсетях проходило народное голосование, в котором жители региона определяли приоритетную тему из 5 вариантов. Это туризм, предпринимательство, волонтерство, оленеводство и высокие технологии. В итоге тема оленеводства обошла всех конкурентов с большим перевесом голосов. Сегодня дан официальный старт году оленеводства в Ненецком округе. Большие надежды на возрождение региональных программ и новые проекты по развитию этой отрасли ждут все оленеводческие хозяйства. Я бы хотел, чтобы в этом году мы не только объединились и еще раз укрепились в понятии самобытной культуры оленевода, его значение в жизни округа, но и одновременно сделали оленеводство, постарались сделать оленеводство действительно серьезным экономическим аспектом жизни округа. Это нам под силу. Я уверен, что и такие есть примеры. Сегодня многие страны мира занимаются оленеводством и делают это весьма успешно. И наша задача как представителей администрации, как представителей исполнительной и законодательной власти сделать так, чтобы наши оленеводы не забивали голову о том, куда им и как сдать мясо, где найти возможность для получения прибыли, для того, чтобы обеспечить свои семьи, а могли заниматься своим традиционным видом деятельности. А мы с вами выстроили такие товаропроизводящие цепочки для того, чтобы это мясо могло, и не только мясо, но и иные продукты, которые можно получать от этого вида деятельности, могли находить эффективный сбыт и на территории России, и за рубежом. План мероприятий, которые будут воплощаться в год оленеводства, был сформирован 1 февраля. До этого периода внести свою лепту в развитие этой отрасли мог каждый житель НАО. Предложения принимались в Департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса. Всего, по информации ведомства, в оргкомитет от оленеводческих хозяйств, семейно-родовых общин, частных лиц, а также органов власти региона поступило более 120 предложений. Это мероприятие по улучшению материально-технической базы строительства, новых коралей и убойных пунктов, создание в регионе единую систему мониторинга передвижения оленьих стад с использованием спутниковых ошейников. Предложения были тщательно изучены оргкомитетом, и лучшие из них включены в проект. Одним таким самым значимым мероприятием будет это съезд оленеводов, который будет проходить в марте этого года, где наши оленеводы обсудят все текущие проблемы оленеводства, перспективы развития. И вообще в целом год оленеводства целью своей и задачами ставит, это, конечно, проанализировать текущую ситуацию, выявить проблемы. Проблемы всем знакомы, проблемы действительно уже давно у нас существуют. И поэтому задача главная сделать, конечно, прорыв в развитии оленеводства. Кстати, проблемы в сфере оленеводства обсудили сразу после официальной части мероприятия за круглым столом, инициатором которого выступило региональное отделение партии «Единая Россия». Где приглашены практически со всей тундры работники тундры, оленеводы, которые не понаслышке знают вот эти проблемы. И очень важно, на мой взгляд, то, чтобы это не осталось декларацией, и чтобы это не было такой какой-то разовой акцией. Вот в этом году дать старт, в 2018 году, проанализировать все законодательство, проанализировать все проблемы, которые имеют место у наших оленеводов. По словам Сергея Коткина, все предложения и рекомендации оленеводов, выработанные во время совместного обсуждения, войдут в итоговую резолюцию, которая станет руководством к действию местных и федеральных властей. Такое пристальное внимание связано с тем, что наш округ занимает второе место в Российской Федерации по поголовью оленей, что составило на начало текущего года более 179 тысяч голов. В отрасли трудится 1500 жителей. Оленеводческую деятельность осуществляет 22 предприятия.
понятия различных форм собственности. Одно государственное, унитарное, 12 сельскохозяйственных производственных кооперативов, один из которых объединяет более 40 крестьянско-фермерских хозяйств. Кроме того, в оленеводстве занято 11 семейно-родовых общин малочисленных народов Севера. Всего на поддержку оленеводства в НАУ в этом году выделено более 230 миллионов рублей. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». В НАУ увеличен ряд социальных выплат. В частности, увеличен размер ежемесячной компенсационной социальной выплаты семьям, имеющим на воспитание трех и более детей, с 1076 рублей до 1300 рублей. Соответствующие изменения внесены в окружной закон о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства. На реализацию этой меры соцподдержки потребуется 38 миллионов рублей. Также увеличен на 4% размер ежемесячной компенсационной выплаты бывшим работникам Наринмарского городского рыболовецкого кооператива и объединение общественного питания Ненецкого окружного рыболовецкого потребительского союза. В Ненецком округе такую выплату получает 73 человека. В окружном бюджете на текущий год на эту выплату будет предусмотрено свыше 6 миллионов рублей. Изменилась мера социальной поддержки специалистам, проживающим на селе. Речь идет о компенсации расходов по плате за жилое помещение и коммунальные услуги в размере фактических расходов, но не более 1200 рублей в месяц. В связи с тем, что затраты граждан на оплату коммунальных услуг в январе, феврале, марте существенно превышают затраты на данные расходы в иные периоды года, проектом предлагается установить на постоянной основе в первом квартале коэффициент к размеру компенсации коммунальных услуг 1,8%. Реализация настоящего проекта закона потребует дополнительных ассигнований в размере 10 миллионов 212 тысяч рублей. В 2017 году данные меры соцподдержки воспользовались 734 жителя сельских поселений. Расходы окружного бюджета в 2017 составили порядка 8 миллионов рублей. В текущем году потребуется свыше 19 миллионов рублей. Окружные парламентарии внесли изменения в ряд окружных законов, касающихся налогообложения предпринимателей. Поправки в закон об установлении дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения внесены администрацией НАУ по предложению предпринимательского сообщества. После вступления в силу закона произойдет снижение налоговых ставок до 1,5% в зависимости от объекта налогообложения для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере туризма. Также устанавливаются дифференцированные налоговые ставки по применению УСН для тех налогоплательщиков, у которых не менее 50% доходов составил доход от осуществления установленных законом округа видов деятельности. В настоящее время льготные ставки предоставляются только для предпринимателей с доходом не менее 60%. Принятие данного законопроекта увеличит объем дополнительно выпадающих доходов окружного бюджета в 2018 году на 725,1 тысяч рублей. При этом необходимо отметить, что прирост налога, уплачиваемый с применением упрощенной системы налогообложения в 2017 году, составил 3,8% или 1,8 миллиона рублей в связи с общим ростом количества налогоплательщиков на 59 предпринимателей в 2016 году. При этом данный вид налога распределяется по нормативу 50% в бюджет Архангельской области и 50% в бюджет Ненецкого округа. По словам Татьяны Логвиненко, в этом году бюджет округа будет распределять по 25% в бюджет муниципальных образований и 25% в бюджет округа, что позволит муниципальным образованиям развивать предпринимательство на своей территории, в том числе на сельской местности. Предприниматель из Усть-Кары Павел Белорусов планирует открыть в поселке рыбоперерабатывающий цех. Необходимое оборудование он планирует закупить при поддержке окружного центра развития бизнеса. Готовую продукцию предприниматель намерен реализовать в Наринмаре, а также за пределами округа. На сегодняшний день Павел Белорусов организовал закупку рыбы у местных рыбаков по выгодным для них ценам. В ноябре прошлого года во время рабочей поездки главы региона в Усть-Кару предприниматель рассказал о своих планах по созданию рыбного бизнеса Александру Цибульскому. У нас такие партнеры, Киров, 100 тонн лаги хочет, также Белгород, также Котлас, Архангельск. И в этом году мы планируем в Наринмар закинуть порядка 20 тонн. А как вы организовываете доставку? Доставка у нас организуется до Воркуты, как вы, чем доводите? От Воркуты? Нет, до Воркуты. До Воркуты у нас вездеходы идут. Временно исполняющий обязанности губернатора НАУ поддержал инициативного предпринимателя и поручил профильным ведомствам индивидуально поработать с данным проектом, в котором на сегодняшний день задействовано 15 жителей Усть-Кары.
Два предприятия по сбору и переработке дикорастущих ягод и грибов, которые при поддержке округа прошлым летом начали работу в поселке Харивер и деревне Пылемец, планируют расширять производство. Предприниматели рассчитывают увеличить объем заготавливаемого сырья. Для этого в работах по сбору и упаковке дикоросов будет задействовано местное население. Общество «Севернао», которое занимается сбором дикоросов и производством продукции в отдаленном поселке Харивер, в эти дни активно готовится к новому сезону. По зимнику в населенный пункт было доставлено модульное здание. Сейчас производится его монтаж. В помещениях будет установлено основное оборудование для производства продуктов из ягод, морозильные камеры, весы и вакуумный аппарат. В этом году руководитель общества «Севернао» планирует выйти на мощность 1,5 тонны продукции за сезон. Для этого будет расширена география сбора ягод и грибов. Сбор будет организован в том числе в селе Ома. В прошлом сезоне организация впервые приступила к своей деятельности и собрала около 350 килограммов морожки. В настоящее время продукт расфасован в брикеты по 1,5 килограмма и ожидает сбыта. Вывозить ягоды на продажу планируют по зимнику. Продукция будет реализована в Наринмаре и Санкт-Петербурге. Инициаторы второго бизнес-проекта под названием «Дикорос», который запущен в Пылемце, готовую продукцию будут реализовывать в селах региона и в сетевых магазинах Наринмара. Также сейчас рассматривается возможность поставки северных ягод в другие регионы. В прошлом году предприниматель заготовил морожку, голубику, жимолость, красную и черную смородину. Общий объем ягод составил около 500 килограммов. В округе проводится государственный учет численности объектов животного мира. Сотрудники Департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО совместно со специалистами Центра природопользования и охраны окружающей среды в эти дни проводят государственный учет численности объектов животного мира в общедоступных охотничьих угодьях региона. Как сообщило руководство профильного ведомства, в этом году общая площадь исследуемой территории составила порядка 8 миллионов гектаров. Работы будут завершены в конце февраля. Исследования, как и в прошлые годы, проводятся методом зимнего маршрутного учета. Представители природоохранных структур производят просчет следов различных зверей. Это писец, лиса, волк, росомаха, горностай, куница, белка, лось и заяц-беляк. Также производится визуальный подсчет птиц, боровой дичи, глухаря, тетерева, белой куропатки и рябчика. Природоохрана осуществляет выезды на снегоходах. За 2 месяца планируется посетить разные точки региона. Общая протяженность 119 учетных маршрутов в этом году составила почти 1200 километров. В марте профильный департамент произведет обработку данных, результаты которой будут направлены в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. На основе полученных данных ведомство выделяет региону квоты на добычу охотничьих ресурсов. Как будет выглядеть улица Смедовича в ближайшем будущем? Этот вопрос сейчас активно обсуждается с жителями Наринмара. Региональное отделение ОНФ встретилось с почетными жителями города, чтобы выслушать их мнение и предложения на этот счет. В эти дни в окружной столице активно обсуждается благоустройство улицы Смедовича. Мэрия Наринмара и Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа представили свои проекты по реконструкции центральной улицы города. Одни предлагают поделить улицу на несколько зон, в том числе семейно-парковую и административно-торговую. Другие – воссоздать исторический облик центральной части города, вернув деревянные дома. На днях в региональном отделении ОНФ состоялась дискуссия по этому вопросу. Представители высокого возраста, почетные жители города, рассказали активистам ОНФ о том, какой они хотят видеть улицу Смедовича. Вопрос реставрации улицы Смедовича поднимался неоднократно. В 2013 году в Наринмар даже приезжали специалисты из Петрозаводска и Архангельска. Опытные архитекторы и реставраторы тогда заявили, существует несколько вариантов восстановления исторического центра. Один из них по фото, когда здания отстраиваются заново. Тогда же проектное решение по улице Смедовича было представлено на рассмотрение общественности. Было принято решение на этих общественных слушаниях и следующее, что да, надо улицу Смедовича оставить, сохранить те здания, именно сохранить в том виде, как они, ну, в смысле, выглядят архитектурно, но с заменой новых материалов. Никто не возражал против этого, да. Планировалось, что уже к юбилею города в 2015 году улица Смедовича обретет свой первоначальный исторический облик. Но планам так и не суждено было сбыться. В этом году о реконструкции, благоустройстве пешеходной зоны, улицы и прилегающей территории вновь заговорили. Мэрия Наринмара и профильный окружной департамент разработали свои проекты. Один из них представлен на официальном сайте администрации города. Первый проект, вот в основном парк, который занимает все место, тем более развлекательный парк, он вообще не уместно здесь стоит.
с колесом, да, со всеми развлекательными вещами. Вот. Я считаю, что это центр города. Тут если и парк делать, то делать его такой более скромный, как парк отдыха небольшой такой, вокруг вот этого здания спортивного. Да? Известный в округе краевед Сергей Козлов убежден, в районе улицы Смедовича уместнее было бы разместить здание для выставочного зала и ЗАГСа, а территорию, где ранее располагалась контора Наринмару Кыргаза, отдать Пустозерскому музею. Что касается непосредственно самой улицы Смедовича, большая часть присутствующих выразила надежду на то, что вдоль пешеходной зоны построят прототипы тех деревянных домов, которыми когда-то была заселена центральная улица города. Тут должно быть именно воссоздано то, что мы помним, чтобы наши потом последователи знали, что вот такой у нас был Наринмар красивый. Конечно, там будут новые всяческие материалы строительные, да, не то, что было, кажется, крыс, может бегать не будет никогда у нас, вот, но здания должны быть воссозданы не какими-то плечками. Вот, конечно, плохо было бы, если бы улица Смедовича была воссоздана вся полностью. Добавлю, что такого же мнения придерживается и архитектор Галина Гуляева. Идея проекта окружного ведомства – воссоздать исторический облик центральной части города, вернуть на Смедовича деревянные дома, имеющиеся строения, отреставрировать, а снесенные построить в том же исполнении. Оба проекта будут представлены на рассмотрение главе региона Александру Цибульскому и вынесены на общественное обсуждение. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». В регионе стартовал первый этап приемной кампании первоклассников в образовательные учреждения региона. В этот период документы подают родители, чьи дети зарегистрированы на закрепленной за школой территории. Перечень адресов, утвержденный постановлением администрации НАО, можно узнать на сайте окружного департамента образования, культуры и спорта и официальных сайтах школ. Накануне 1 февраля прием заявлений стартовал во всех городских и сельских школах. Всего 26 учреждений, которые примут первоклашников в 2018 году. Заявления и документы, удостоверяющие личность детей и родителей с указанием регистрации по месту жительства или пребывания, принимают непосредственно образовательные учреждения. Во второй волне с 1 июля на свободные места образовательные учреждения будут принимать заявления родителей, чьи дети не проживают на территории, закрепленной за выбранной школой. По предварительным данным, 1 сентября 2018 года в первые классы школ Ненецкого округа отправится 660 детей. И к этому часу у меня все новости. До встречи в эфире.